Есть. Добрый день, мои дорогие зрители. Это шведский, почти датский дождь. Я еду по направлению к Railway Station через тот самый крутейший мост. Супер-пупер международный проект, который идет со Швеции в Данию. И вот видите, как день у меня сегодня мокрый. Я бы даже сказал, вообще просто мега мокрый. И даже дело не в дожде. Сегодня мне два раза пришлось переодеваться. Именно по проблемам. Из-за проблем, короче, мочеиспускания инвалидов. Такие вот трудности бывают. И очень долго в такую погоду надо сушить сиденье и потом опять сушить сиденье. Поэтому я на пару часов задержался в каком-то торговом центре на подъезде к Мальмо. Так, до станции мне показывает 8-9 километров. Надеюсь, сегодня я успею на поезд. Вроде они ходят часто. Закину туда свой велик. Блин, господи, что ж такое. И сегодня уже буду в Копенгагене. А там меня должен встретить один товарищ из Фейсбука, с которым я уже списался. Перед отъездом я, конечно же, ему еще черкану. Его зовут Ефим. Он сам русский. Ну, я еще не знаю, я еще с ним ни разу не виделся. Вот, и у него я должен остановиться. Ну и по Дании мне останется 170, по-моему, километров до порта, откуда уже будет идти паром в Германию. Вот такие новости на сегодня. Тут я уже меньше дождей боюсь, кстати. Пока, то камера вымокнет.